Привет, YouTube, привет. Это ответы на вопросы, как всегда. Вот у нас вопрос по вот такому вот подвесику. Что лучше, что хуже, какой он должен быть, какой не должен быть. Вот тут цена вот у нас от грубо от 1000, 2100, 2600. Вот, ну сразу скажу, как бы там, где работают люди и делают задорого свою работу, проблем никаких нет. Ну а мы тут живем на периферии, поэтому вот я сочинил вот такой подвесик по машине. Смотрел, как мне надо, так и делал. Это все handmade, как сейчас называется, ручная работа. Значит, никакие я сюда пробойники не вставляю. Вот, по аналогии, в принципе, с пробойниками, конечно же, тут можно навставлять, чтобы тут и пробойник у тебя был, то есть, ну, я не знаю. Мне нравятся пробойники, которые оборудованы магнитиками, вот, на которых есть магнитики, которые держатся всегда там, где тебе надо, на любой поверхности. Вот у меня везде на них имплантированы магнитики. Вот, поэтому как бы необходимости в этом нет. Опять же, покупать два фасона, один с маленьким кольцом, один с другой, значит, из чего исходил я? Я сейчас просто покажу на машине. Вот здесь, как говорится, есть вот такой типа патронтаж сшитый. Вот, сюда можно, допустим, переставлять. Вот. Опять же, намотал чуть больше сюда изоленты, можно вообще что-нибудь мягенькое там такое, чтобы при работе как бы он более мягко на двери, на кузов, так сказать, распределял нагрузку. Вот. Сейчас еще раз повторюсь. Значит, вот это все сшито из ремня безопасности. Вот. Сейчас покажу размеры. Хотя бы приблизительно. Вот. Значит, длина его где-то получается 19, ну можно 20 сделать, кому как нравится. Диаметр колечка, вот вы видите, какое у меня было, такое я и сделал. Оно было, скажем, когда круглое слишком длинное, вылет был, как мне показалось, большой. Я его взял в тисочках, немножко сделал сердечком. Ну, как бы это все не главное. Вы сделаете так, как вам надо, как вам удобно. Я сейчас покажу, как это работает на машине. И из этого вывод, что надо делать все под себя, чтобы вам конкретно в вашем случае было удобно работать. Сейчас мы подойдем к машине и посмотрим, что к чему. Вот один автомобильчик есть у нас. Вот что мы берем, делаем. Вот поставили. Вот он вылет у нас. Вот. Бывает иногда на машинах, где узкая вот эта рамочка, как на наших, ну еще на советских автомобилях было. Здесь рамочка, в общем-то, тоже не широкая. Она где-то, ну, сантиметра может быть 4. Вот. Так что в данном случае вот этот размер надо выбирать по тому, как вам автомобильчик. Это у нас джипик. Вот. Опять же, я прикладываю визуально, чтобы было видно. Да? Вот. Самое главное, чтобы у вас вот этот подвес не вот так висел, потому что будет неудобно. Или надо будет на окончание инструмента удлинитель ставить, если вы работаете. Вот. Хорошо, когда вот, вот небольшой зазорчик там какой-то есть, минимальный. Вот. И вот примерно так он у вас стоит. Вот так, так. Вот сейчас посмотрим, как здесь у нас получится. То есть, вот такое пронижение, скажем, когда вот так висит, это неудобно. Вот для этого и созданы вот. Но иногда бывает, это редкость, конечно, что вот эти рамки бывают и такой ширины. Вот я встречал. Бывает, наоборот, в половину там тоньше. Но в основном, конечно, на машинах вот примерно вот такие вот встречаются рамочки такой толщины. Сейчас я опущу стеклышко, поставлю подвес, и вы увидите, что к чему.
Вот я опустил стеклышко, вот поднатянул, и как вот мы видим, вот такой небольшой тут люфтик есть, как бы, ну, тут подгонять до идеала нет. Вот у меня было кольцо, оно свешивалось, скажем, круглое. Во-первых, оно тут лежало плохо, все время корежило материал, поэтому я взял в тисочки и вот так забил, чтобы здесь оно лежало удобней. И естественно, вот это расстояние у меня тоже было там, допустим, вот такое, оно уменьшилось, что положительно сказалось как бы на удобстве работы. Вот так вот. А как говорится, тут диаметр и прочее. Здесь у меня диаметр 12 миллиметров вот этих вставочек. Вот, но он у вас может быть любой. И больше, и меньше. Как вам удобно, так и делайте. Потому что это, как говорится, работа под то, что вам удобно, под то, что вам нужно. Поэтому в данном случае подвесик может быть любым. Можно их там несколько сделать. Вот, допустим, на худенькие рамочки, которые там не вот такой ширины, а там маленькие, но они встречаются на машинах. Вот. Ну, я думаю, что это вполне по силам любую хозяйку попросить, чтобы она вот так вот прострочила вам. Вот. Ну, прообраз, конечно, был взят с того, что продается вот как бы оригинальное. Ну, там такие же люди это все делают, господи. Также, я думаю, у вас получится. Самое главное, чтобы вам было удобно этим работать. Все, больше никаких требований сюда не предъявляется.